Сейчас дорогу переходим, потом идем на север вдоль нее, по правой стороне. Локи, это живой Локи. Ты к домам не иди, к домам не иди. Ладно. Иди по деревьям, идем правильно деревья. Нажал метку на РПГ 7. Короткие перебежки, ладно. Не так прям похоже. Логизм, а ты можешь чуть дальше по руслу на север. Так, третий, теперь на 320 двигаемся. Продвигаемся потихонечку. Это он живой? Да. О, тебя без контактов. Пока да. Это наши стреляли из трубы или нет? Походу. А с трубы? Третья тима, на север к домам подходим. Я пока смотрю по окнам, давайте. По второй, фаер 7, фигач. Серж, аккуратно в доме, если чё. В каком из домов? Слева. Ну вот из-за дома они до этого стреляли, там где-то, с лесополосы. Так, парни, третий, у нас впереди враг, 320, дом с выходом на крышу. Примерно даю метку. Метка стоит. Слышь, Фола, ты уже ушел? Убил его. Смотрите, могут быть еще. Гизма на... Гизма, там где дымы, там против. От тебя на 220 где-то. Ты дымы видишь там, да? Я их видел, да, сейчас. Убил снайпера. Убил еще. По мне пуски, парни. Помощь ЧБ. Они юг от меня на 200. А я поставил черную точку, если ты туда заедешь, что-то там, в принципе. Что это? Свои доработали? Я пуск там в это здание. С пулеметом посмотри, он был. А нижний с пулеметом, верхний. Да, значит это они, хорошо. Медик. Хорошо. Нет, убили кого-то сейчас. Это справа от входа, как если заходить, там подъем есть на стену, вот там справа был труп. А, понял, понял. Убил. Надо идти. Я подхожу к стене. Ты прикроешь? Там бойтер стоит слева. Дымы пущу.
у меня только... Ну, ребят, я вас вижу, наконец. Смотри, сейчас буду забегать сразу направо. Можешь мне, если что, прикрыть? Я прям смотри. Так, я в левую забегаю. Справа чисто. Бля, слева не чисто. Да, вас штурмуют. С западной стороны, у забора. Прям под большой двухэтажной казармой у вас. Ау. Да, мы уходим, смещаемся к нашим туда. Дайте метку на шайтан, потому что я не вижу. Шайтан, метка на западе. Поднимается в гору, по-моему, попробую по трубу спаковать.
решать там, вставай, строй. Я сфоткаюсь, бомбик, не против? Сейчас, поближе. Что-то ночь видишь? Это ваш личный канал? Шайтан? Да, одного убил, там второй за камнем. Так ты скажи, где они? От меня 20 камня. Гора, которая типа дефолтная позиция, говорили. Подстрелил его в дыму, но он живой там. А вон садится вертушка, не шайтан? Погоди, погоди. Надо этого добить. Вертушка у нас место насвалил, пойду в спинку зайду, попробую. Аэроник живой? Они там же, где и были, что ли? Да-да-да. Они прямо в лесу, короче, слышишь? Не на горе, а в лесу в этом. Он поставил метку. Понял. Я тебя слышу. Последняя коробка осталась. Блять, быстро, не, не попадал.
минус стрелок. Хорош. Я прям слышал, что попадает. Они на скотчем стреляли? Живой дрон? Дрон. По нему работает. Земляной дрон. Минус тот, кто дрона убил. Это был Гук. Ровно восток от нас. Надо сдвиг делать, парни. Восток 200 метров противник. Лидере в школе противник, на который флаг. Там двое как минимум. Это может быть наш. Записался. Оружие находит раненый. Это медики, походу. Понял, иду к ним. Я смотрю, к ним раненый идет за Красный дом. Где они остановились? За Красным домом.
здесь ранен. Ну, где ранен? Акондас, слышишь? А что на связь? Заправки выставили. Убил обоих. Он перед нами. Ранен. В доме, в большом красном. Ой, ёшкин кот. Я пал, тупо не хочет забыть. Ёб твою... Ой, пацаны, я стекло разбил, у меня дом сломал. Нихера ты. Я вижу это. Блять, что нахуй? Мне нужна помощь, помогите, я перевезу. Я бегу. Земля. Какого хер? Сломайте второе окно. Так, чё, у тебя ранен это хоть? Как ты сломал это? Да, кстати, как ты его сломал? Я через умею взаимодействие, разбей. Да, еще я ложу. Я разбил дом. Давай, давай. Ну это тупо победа, у нас вон панч, блядь. Давай танк так же. Нормально. Я вижу жесткий. Если вы не хотите пропускать новости или анонсы канала, смотреть скрытые видео доступно только по ссылке. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании под видео.